Гульсара Кокимова из района Бижансал, мама семерых детей. 10 лет она состояла в очереди на жилье. Все это время бытовых трудностей было не счесть, начиная от затрат на съем квартиры, заканчивая рутинным трудом. И вот в 2018 году семья наконец перебралась в арендное жилье, а еще попала в список получателей адресной социальной помощи. Я благодарна за заботу государства. Как только мы поселились в большом уютном доме, стали появляться новые цели. Я также являюсь обладательницей нагрудного знака Алтын-Алка. Получаю АСП по 16 000. Ранее район Бижансал не мог похвастать бурной стройкой. Сейчас картина иная. Заброшенные многоэтажки приведены в порядок. Планируется сдать 2 дома. В 7 квартирах новоселье отметят многодетные семьи. Всего по области таких семей 366. Акиматом в текущем году планируется выделить 1109 квартир. Из них для многодетных 366 квартир. В том числе планируется распределить 57 квартир за счет спонсорских средств, 36 квартир за счет выкупа из средств республиканского бюджета, 178 квартир будут построены арендного жилья. 79 квартир будет выделено за счет домов, введенных в 2018 году. Что же касается областного центра, то в городе Кокшетау в своей очереди на жилье ожидают 10 тысяч человек. 300 из них – многодетные семьи. 63 уже въехали в новые квартиры работы по обеспечению жильем. Эти категории граждан продолжаются. Мадина Смагулова, Бибинур Кокурова, Дархан Мужубаев, Кокше Акпарат.